Привет, народ. Так, в общем, после праздников новогодних у всех осталось много пробок из-под шампанского. И в сегодняшнем видео будем пробовать их выпрямить. Выпрямлять будем с помощью того, как эти пробки будем кидать в кипящую воду. Они будут в ней находиться определенное количество времени и должны стать такие одной формы, так сказать. Не как они там, так сказать, смятые, а как цилиндрические формы должны стать данные пробки. Вот я часть небольшую кинул для эксперимента. Вода закипела у меня в кастрюльке. Сейчас газ убавлю, чтобы кипение продолжалось. Так, вот, убавил газ. Кипит. Ну и посмотрим, за какой промежуток времени данные пробки станут ровные. Ну, как в винах находятся, в обычных пробочке. А дальше мы будем делать из них определенные поделки. Так, ну включаю пока паузу. Так, народ, ну прошло 10 минут. Смотрим, что у нас. Ну вот видно, да? Пробочки выровнялись. Стали ровные, цилиндрической формы. Что хочу сказать, чтобы этот процесс быстрее происходил, если вы оставите просто кастрюлю там или емкость с водой открытую, то у вас это будет проходить намного дольше. А когда вы накрываете крышкой, у вас получается как в такой бане паровой. И как бы они быстрее намного, раза в два или в три, я думаю, быстрее. Вот у меня, считайте, это вот я через 10 минут заглянул, может быть, они раньше еще распрямились. Сейчас я накрываю их, газ выключаю. Ну и все. Можно как бы их остужать, остынут там. И можно использовать их для поделок. Ну все. Кому данное видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, всем пока, ребята.